Вопрос повышения статуса рабочих профессий неоднократно звучал и ранее. Это и есть главная цель конкурса, который ежегодно организуется в учебных заведениях. Участники приехали из Щучинска, Атбасара, Чаглинки и Красного Яра. Чемпионат пройдет по 5 компетенциям. В том числе те, кто выступают в направлении флористики, готовят свои букеты. Они даже создали свои программы, связанные с этим конкурсом. А что касается модных технологий, то студенты шьют различную одежду. Алена Шишкина демонстрирует свои умения в области технологии моды. Она приехала на этот чемпионат из Атбасара. Участница рассказывает, что с детства мечтала стать портным. Алена говорит, что в ближайшее время хочет изучить тонкости сферы и внести свой вклад в развитие этого направления. Я приехала из города Атбасар, аграрно-индустриального колледжа. Я модельер-закройщик по профессии. Обучаюсь на втором курсе. Приехали на WorldSkills для участия. Мы будем шить платье по компетенции технология моды. Моя бабушка, она как бы во мне развивала творческое направление. Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся в 13 учебных заведениях региона по 66 компетенциям. Планируется, что в них примут участие более 300 студентов. Те, кто одержал победу и оказался в числе лучших, будут защищать честь области на республиканском уровне. Александра Гауэр, Тумсындык Наурызбаева, Жюрсен Умирзак, Амиркой Шибаев, Кокши Акпарат.